И всем привет, с вами Макс Риск, подписка на YouTube канал Лайк, и тут новости. Мы все-таки хотим рубрику новую создать, типа того, об обновлении новости, типа того. Так говорят, что нас спасли, спасибо большое. Итак, не забывайте подписка на YouTube канал мой и Лайк, и тогда будет продолжение. Там была куча обновлений, которые мы вообще не говорили, теперь начинаем. Так, значит, смотрите, приветствие всем. Добрый день. Вчера мы рассказали о новом настройке Clans Elites. Кто знает, что такое Clans Elites, напишите в комментариях, я не в курсе. Вчера рассказывали, да, я уже смотрел запись. Я вам не рассказал, расскажу сейчас. Вчерашняя запись. Привет, обезьяны. В грядущем обновлении мы собираемся внести некоторые изменения в Clash Clans Elites. По-моему, она не так переводится. Стоп. Так, как же она переводится? Клан Элиты, да. Изменения в клан Элиты. Давайте посмотрим небольшие предварительные просмотры. Небольшие предварительные просмотры. Это с прошлого обновления. Вчерашнего. Так, ну давайте-ка пособираем. Так, давай-ка. Дальше читаем. Элита клана могут сражаться и занимать здания. Чтобы сражаться за лидерство в клане различных банды, можно взять под свой контроль клан. Но обновление теперь можно что, взять под свой вождь клана как-то? Окей, блин, наверное, сюда заходить нужно. Едет Макс Риск. Как туда занять? Ух ты, это новое состояние вождя клана. Такого вообще не было. Вроде, посмотрите, их реально не было. Честное слово. В конце события лидеры 5 лучших банд в клане станут элитами клана. Ё-моё, тут может любой человек стать элитом клана. Капец, это хорошо. Ох, я вообще никогда этого не видел, обезьянку. Состояние вождя клана. Сколько наград. Первый раз хоть займу клан. Конечно, нужно было сразу заходить в игру, занимать топ-1. И я всегда не успевал занимать топ-1, чтобы быть кланом. Свой клан. Ну, теперь есть такая возможность у каждого игрока в игре Edge of Apes. Так, дальше. Соревнуйтесь на базе. За базу клана. Сражайтесь, типа того. За базу клана и парламент клана. После того, как новые обезьяны закрепит свое лидерство, хаос через там 5 дней вроде, возможно, наконец-то закончится и клан воссоединится. Хаос будет? Покажите, сколько там дней. А, 5 лучших там. А когда начнется, что я не в курсе, соберите. Событие заканчивается после этапа разгон над облаком. У нас такого нет, чтобы увидеть солнце. Так, где же мне узнать его? Этап мой. Где мой этап? Что-то я не в курсе. Я могу изменить ракету, атака громил, защита громил, здоровье громил. Классно. Знаете, громила только в защите понадобится, как я понимаю. Это тоже очень хорошо. Декорации он уже сделали, по-моему. Так, какой я на этапе? Предметы. Где-то я здесь помню и что-то про... А, вон, не то. Да, блин, не то. Блин, напишите в комментариях, какой гигант. Напишите в комментариях, где эта штука. Этап, свой этап. Вы помните, что у нас было такое вот? Банда, клан, герои, банда. Давай вступим в какой-то клан. Там с клана не хотелось бы. Так, ну где же мне найти? Хоть что-нибудь. Какой у меня этап? В общем, друзья, разберитесь, я что-то как-то не в курсе. Вроде бы они как-то отменили его, как-то его поместили, куда еще его. Так, о, сила качнуть нельзя. В общем, напишите в комментариях, я тоже как-то уже вообще не в курсе. Так, дальше. А, ну все. Вчерашнее прочитали. Сегодняшнее. Так вот.
мы расскажем вам о новых настройке Clash Elites. Проверьте последний пост. Уже проверен. А теперь давайте сделаем небольшой анонс новых правил боя. Новые правила боя, смотрите, банды одного клана теперь могут участвовать в сражениях. Банды одного клана участвовать в сражениях. Ну, вроде бы не так, так и было. Нет? Могут участвовать в сражениях. Где это? Я потерял. Давайте заново читаю. Давайте посмотрим большие пред... А, не то. Так, боем. Банды одного клана теперь могут участвовать в сражении, прочитал. Обезьяны восстали против своих бывших лидеров. Ура! А то лидеры, когда мы станем? Кома. Чтобы бороться за контроль над кланами, теперь банды могут строить собственный штаб-квартиры, чтобы расширить свою территорию и увеличить свою мощь. Расширить свой штаб-квартиры. Как это делать? Вроде бы. Что-то, о, какие хорошие дверь. Смотри, обнова вышла. Раньше такого не было. Ладно, вот травку поставим. Травка! Тогда до конца, все, хватит. Раньше, друзья, такого не было. Так, вроде бы точка. Нажимаем, наверное, сюда, потом на это сюда, вот потом точку, такую бьем, точку, потом, наверное. Блин, столько обновлений, что капец, нужно разбираться заново. Это тут у нас есть на карте. Ща. Так, давай. Так, давай. Пойдем посмотрим карту полную. Ё-моё, мы уже видим красных, синих, прям достаемся до конца. Так это наша ракета вражеская и вражеская. Прикольно, что-то как-то ракеты туда идут, потому что они ближе все-таки. Очень где-то тут у нас должно что быть. Блин, что должно быть? Так, свою мощь. Штаб-квартира, как ее построить? Да вроде бы она там, нужно ее купить что ли, не знаю. Вот это штаб-квартира, по-моему. Так, Женя, лагай. Так, вот это штаб-квартира. Вон она. Типа того. Так, а где же у нас хозяин наш? Интересно, сейчас узнаю. Так, давайте, чтобы не лагало, а то капец как лагает. Так, вот. Где же он тут? А вот там напишите в комментариях, мне продолжать рубрику. Конечно, я хочу продолжать, но может вам не понравится. Вот наш поезд, друзья. Нужно, конечно, его ускорять, чтобы было все окей. Так, давай тогда. А, вот чем дело. Нужно выполнять квест, а я что-то не выполняю. Сейчас буду помогать нашим. Так, как-то скучновато, поэтому буду помогать. Так, держите, давай. Отправляй воинов, громил в защиту. Но это потом, когда будет. Рекомендую громил в защиту и качать там башенки. Потом покажу вам. Ну, я думаю, вы уже знаете. Давай, покажу вам. Понимаете? Качок. А, подожди. Карандашик. О. Кстати, там видел автобус. Разломанный, по-моему. Вон. Вот автобус. Так, дальше читаем. Мощь. Продолжить ли борьба за власть после восстановления кланов? Конечно, продолжить, так думаю. Кто же станет лидером? Будьте готовы, обезьяны. Everyday. Все. События, мемы, обезьяны. Продолжается. Поспешите отправлять свой оригинальный мем, чтобы выиграть бесплатный комплект дисков. А, ну это такое мем. Мемы я не хочу. Ну, в общем, такая вот обнова. Теперь могут любой лидер стать. Даже вы можете стать. Это очень даже хорошо, что я скажу. Так, куда нападаете? Нас нападают? Да ладно, невозможно. Так, значит, пока я думаю, нужно покашить. Всяких воинов пускать. Так, давайте. Буду качаться потихонечку. А что мне еще делать? Так, качаем. У меня скоро 3000 диска. Там, конечно говоря, за мемы дают, за идеи дают. Мемы. Хотите мемы, кстати? Почитай про них. Ой, ему вот, наверное, будет жестко там. А кто его знает? Так, спасибо большое. Хотите мемы, напишите в комментариях. Так, батарейка, что это значит? А, зарядка не хватает, да ладно, у тебя все хватает. Так, давай расследуй хоть что-нибудь. Так, заберем. Так, что-то у нас. Я понял, реклама.
Так, это кто такой? Строитель. А, да, знаю его. Спасибо за подарок, ежедневный. Вот, значит, сколько стоит? Вроде не так уж и дорого. А у нас их нет денег. Ох-ох-ох-ох-ох. Это же новый чувак. Сражайтесь с гигантом. Объедините силы союзников, кома, чтобы сразиться и победить могучего гиганта. Объединяем всех ему. Так, как это сделать? Введите банду, получает 20 очков. Объединяемся. Как это сделать, я тебе вам покажу. Видите гиганта? Че? Вон он. Вы должны кому-то помогать. Рекомендуется для сражения. Хорошо. Значит, идем искать его 4 уровня. Подожди, я Ахрамена хочу искать. А, его нельзя. А, можно? Но обнова я могу его победить. Он такой маленький. Странно, есть огроменные два атаковать. Что нельзя, блин? Ладно. Это огромелый, это такой себе. А ты давайте посмотрим на близкость. Ближе посмотрим. А это что такое? Это декорация. Так, громила. Сильный. Дальше. Тихо, не мешать. Это нормуль. Так, еще есть маленький. Да, их много как-то. Знаете, их тут 20 штук. Ого. Обезьян мутантов 5. Так. Ладно, давай четвертый хоть где-нибудь. Так, атакуйте, то нам квест нужно помнить, почему бы нет. А всем спасибо за просмотр, снова был Макс Риск, новости почитали. Скоро добавят там, ну, вообще-то, клан, может быть, любой лидер, это очень классно, чем этот целый день зашел в игру, все, клан. Только 4 этих баташка могут стать. Но если вы, конечно, зайдете раньше всех, то, соответственно, вы тоже станете. Я, конечно, позже всех, соответственно, я вообще никакой ранги не занимаю. Первый занимает, там вторые занимают, третий занимает, четвертый занимает, и все. Я бы хоть вот сюда, вот как этому чуваку. Запрос. Ладно, всем удачи, всем пока. Мемы хотите, пишите в комментариях.